Дезинфекция подъездов – та мера, которая способствует снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно коммунальщики города обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются жители. Кнопки лифтов и домофонов, ручки дверей, почтовые ящики. Несмотря на то, что стабилизируется сейчас положение, но мы стараемся обработку все равно придерживаться, как постановление губернатора. Все средства, которые мы применяем, соответствуют требованиям Роспотребнадзора. В Самарском районе свыше 1400 многоквартирных домов. С начала года здесь было составлено 30 актов на недобросовестных коммунальщиков. Все материалы по выявленным нарушениям направляют в Управление гражданской защиты администрации Самары. Далее нарушители привлекают к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме нашего собственного мониторинга, мы призываем всех жителей, чтобы они мониторили свои подъезды и в случае непроведения таких работ сообщали нам. Мы оперативно выходим на место и если этот факт подтверждается, то мы мгновенно реагируем и привлекаем управляющую компанию как минимум к проведению дезинфекции и как максимум к штрафу. Очень довольна я, конечно, что умирают, протирают все. Но я вижу каждый день лестницы чистые. Тщательную дезинфекцию ведут во всех районах города. За качество и своевременность санитарной обработки в многоквартирных домах отвечают управляющие компании ТСЖ или ЖСК. Кроме того, в рамках месячника по благоустройству продолжается уборка улиц и общественных пространств Самары. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.